Закончил я, оберегаю дом. Надо только будет эти вот эти вот отпилить поддержки. Я тут как-то делал, пробовал, оберегаю дом, но буду побольше делать. Вот типа вот такая вот сова. Сфотографировал я ее и в программу поместил. Тут обрезка только вот с левой стороны плохо вышла. Ну, так что докончил. Так что тут потом досниму, обрежу и покажу, как вышло. Программа. Ну и вот сейчас как вышло. Оберегаю дом. И ой, нету этого канала. Сейчас. О. Главное, детально все вышло так. Ну, станочек. Хорошо, пока я его настроил, так ужас там. Все в миллиметрах было. Погрешность была, убрал. Ну, а так, а как там с другой стороны? Ну, и что, типа, можно будет на холодильничек, что ли? На свете где-то надо с подсветкой делать. С подсветкой лучше. Ну, придумаем что-нибудь. Так что, до встречи.